Всем привет! Сегодня мы заполняем ежедневник с нуля. Я взяла очень красивую тетрадку. Сейчас мы ее открываем. И на первую страничку я уже написала карту нашего ежедневника число. Сейчас мы будем его разукрашивать. У меня есть карандашики вот такие радужные. И еще у меня есть в пенале черным, черный лайнер и фломастер. Это нам еще пригодится. Нам для этого прямо сейчас пригодится фиолетовый карандаш и розовый. Оно очень хорошо сочетается. И вот такими штрихами мы вот так сделаем. И розовым тоже. Вот так получилось. И теперь, что мы обвели карандашом, обводим фиолетовым. Теперь берем черный лайнер, у меня есть два, давайте возьмем черненький такой прямо. И сбоку тоже, чтобы получился такой 3D рисунок. Вот, и теперь добавляем немножко ярче, чтобы было. Для яркости нам понадобится желтый и оранжевый. И вот такие стразики рисуем. Мне немножко отломалось. И добавляем оранжевого в стразик. Вот так у меня получилось. Мне кажется, очень даже круто. Теперь число тоже мы обводим. 6 14:00. Первое готово, можно еще тут имя и сколько вам лет написать, но я этого не буду делать. На следующей страничке мы будем делать календарь. У меня нет линейки, я возьму картонку от карандашей. Она тоже типа ровная. Вот я уже наметила, пишем вот здесь календарик. И разукрашиваем черным, на этот раз, фломастером. Календарик. Теперь фиолетовым. Тоже сбоку. Мы делали тогда черным сбоку, а сейчас делаем фиолетовым сбоку. Мне кажется, очень даже хорошо получается. Сейчас я остальные сделаю и покажу результат. Уже сделала, очень даже прикольно. И теперь делаем циферки. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и все, это ж месяц один. Да, от 1 до 31. И теперь черным лайнером делаем обводку как карандашом. Вот я уже сделала, и теперь разукрашиваем каждую вот так по клеточке. Это будет долго, что я буду так все, поэтому я сейчас сделаю быстро. Вот я и сделала. Мы уже готовы. Сейчас добавлю еще вот такую лапку миленькую сбоку, внизу. Вот этим черным лайнером. И еще будем крестиком обозначать, что какой день прошел. Наконец-то мы перевернули. И на этот раз мы сейчас будем делать настроение. Вот такую табличку сделала. И вот тут у меня будет хороший смайлик. А вот здесь плохой смайлик. Типа у меня хорошее настроение или плохое. И так мы будем обозначать каждый день. Это хороший, а это плохой. Типа у меня плохое настроение. И так все смайлики делаем. И теперь разукрашиваем хороший зеленым, а плохой красным. Думаю, получилось прикольно.
Вот такое сердечко и лапку я уже зарисовала, а мы переворачиваем страничку. И тут я наконец-таки буду делать планировку. Будем там планировать, может когда погулять, или когда делать трансляции, ну и все остальное. Или когда делать видео. Вот сейчас я нарисую табличку, уже покажу. Вот, очень круто. И вот тут планируем, что вам нужно записать. Думаю, прикольно. Переворачиваем. И тут пишем факты обо мне. А, ой, извините, перепутала. Доска мечты. Тут я буду писать свои мечты, которые я очень сильно хочу. И вы узнаете, что я очень сильно хочу. И вы мне, может, в этом поможете. И вот тут табличка, где мы будем писать доска мечты и свои желания. А вот тут, наконец-таки, факты обо мне. Ну, или факты о тебе. Вот я уже сделал табличку, и буду я отвечать в моем коротком видео-шорте. Так что переходи, надеюсь, я вам была очень сильно полезна. Ставьте лайк, подписывайтесь, и всем пока, всех люблю!